пиздец, у меня с бокса такие. Почему вы ставите машину? Я поставил с краю туда. Значит, это с одной стороны, второй дублирующий стоит. Если бы пришли бы в момент погрузки, машину бы дали бы сразу. То, что вы запрыгнули в движение, это, во-первых, небезопасно. Ну, ладно, прыгать на машину не надо. Ну ладно, тут лежит, я буду. Я понимаю. Я только прыгал, и чего?